Кривая заболеваемости коронавирусом в Украине круто пошла вверх. Число заразившихся увеличивается с каждым днем. Счет уже не на десятки, на сотни. Готова ли медицинская система страны ко встрече с огромным количеством больных? Добро пожаловать в новую реальность. В Международном валютном фонде официально заявили, в мире начался глобальный экономический кризис. Когда мы почувствуем его последствия? И как Украине пройти кризис с минимальными потерями? Всю неделю парламент не мог собраться на внеочередное заседание. Там планировали принять ряд законопроектов для того, чтобы открыть путь к деньгам МВФ. Однако заседание несколько раз откладывали, а потом вообще перенесли на следующую неделю. В чем проблема? И почему, кстати, с повестки дня пропал вопрос о введении в стране чрезвычайного положения? Об этом и многом другом в программе «Реальная политика» с Евгением Киселевым прямо сейчас. Добрый вечер. Сегодняшний выпуск начнем, так сказать, с президентского официоза, очередного видеообращения, которое записал Владимир Зеленский. Понятно, что посвящено оно ситуации с распространением коронавируса в Украине. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Триває наша спільна протидія коронавірусу в Україні. Сьогодні неділя, але ми працюємо для забезпечення країни усім необхідним. Працюємо для захисту життя і здоров'я наших громадян. Почну з приємних новин. Сьогодні у Борисполі приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для наших лікарів, військових та поліцейських. Також на борту майже 2 мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілений та зараз прямує в регіони України. Вже сьогодні вночі літак знову вилетить в Китай за наступним вантажем. В цей же час ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів. Також з вівторка починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Всі рейси будуть здійснюватись регулярно і до повного забезпечення усім необхідним наших лікарень та наших аптек. Серед іншого, вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки має бути максимально безпечним для оточуючих, а отже, передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію. Наразі ми готуємо перелік відповідних локацій. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов'язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я. Ще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5 по 11 клас. За збалансованою програмою Міністерства освіти та науки викладається 11 предметів. Навчатись дистанційно школярі зможуть на Facebook та YouTube. А також уроки щоранку будуть транслюватися українськими телеканалами, які з радістю долучились до цієї важливої місії. За кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів.
Їх перелік, а також розклад уроків на тиждень з'явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами та заохочувати дітей до перегляду. Власне, доєднатись до цього пізнавального контенту можна усією родиною. А тому залишаємось вдома, вчимось вдома. Також хочу зупинитись на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися вже завтра. Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів, після чого ми отримуємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів США. Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи. Інакше – другий шлях. Це провал цих законів. Після – занепад економіки і навіть загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабінет Міністрів України робили все, що від нас залежало. І ми зробили це. Ми домовились про фінансову підтримку для України. Ми з урядом обрали свій шлях. Тепер черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає саме на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло, хто є хто. Суспільство зрозуміє, ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Усвідомте можливі наслідки для кожного з вас. Оберіть завтра правильний шлях. Вас обрав народ України. Тепер ваша черга обрати народ України. Окрему увагу хочу приділити змінам до державного бюджету України. Раніше у публічний простір потрапив перший драфт змін, запропонований Міністерством фінансів України, і був абсолютно справедливо розкритикований суспільством. Наразі, завдяки спільній роботі уряду, Офісу Президента та парламенту, він був суттєво перероблений. Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів наглядових рад та керівництва державних підприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України. Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров'я українців. А отже, їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій. Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати. Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія. Тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть обов'язково повернуті. Окремо пропонується створити зрозумілий і прозорий стабілізаційний фонд. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин, на жаль, втратили роботу та допомогу українському бізнесу. Окремо хочу відзначити рішення партії «Слуга народу» повністю відмовитись від бюджетного фінансування та віддати всі ці кошти на потреби українських медиків. Закликаю інші політичні сили вчинити так само. Загалом ми всі повинні зрозуміти, повністю обійтись без скорочень бюджету нам не вдасться. І сьогодні так вчиняє більшість країн світу. Давайте розглядати і це, і всі обмеження ізоляції як тимчасові незручності. Бо наше завдання номер один – максимально вберегти людей. Коронавірус обов'язково мине. І попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну 40, а не 20 мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти. Сьогодні є три, фактично три сценарії розвитку подій. Перший –
від 3 до 5 відсотків одночасно захворівших на коронавірус. Це дуже болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими, продовжити самоізоляцію, дотримуватись правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій – 25% хворих. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим паче третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримують одночасного напливу такої кількості хворих. Кожен має усвідомити – карантин – це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це – ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям. А тому, дорогі наші громадяни, продовжуйте, будь ласка, залишатись вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це вам зробити. Залишайтесь вдома. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро, завдяки єдності та згуртованості, ми всі перейдемо на здоровий і щасливий час. Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну. От з таким відеообращенням в очередной раз сьогодні виступив президент України Володимир Зеленський. І так, три сценарії розвитку подій, які він в ньому обрисував. На самом деле, даже самый оптимистичный сценарий, по словам Зеленского, от 3 до 5% заболевших коронавирусом, это, господа, очень серьезно. И вот тут, знаете, я попрошу сейчас внимательно меня послушать. Вы знаете, вот у меня лично, уважаемые зрители, в последние дни порой бывает такое чувство, что мы находимся примерно в таком же состоянии счастливого неведения или самодовольного успокоения, как когда-то наши деды или прадеды накануне последней Великой войны. Вот вы знаете, был такой замечательный, практически гениальный советский кинорежиссер, сценарист, поэт Геннадий Шпаликов. Он уже давным-давно, совсем молодым, добровольно ушел из жизни, не выдержав всей мерзости и пошлости советского бытия. Но от него остались его замечательные фильмы и стихи. Вот в том числе прекрасные строки, которые я сейчас хочу вам напомнить. В них, мне кажется, очень точно отпечаталось настроение того самого времени, когда люди не понимали, что происходит на самом деле и что ждет их впереди. Вот послушайте эти стихи, ставшие песней, которую многие, наверное, знают. Послушайте еще раз. На самом деле мы на пороге больших испытаний. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Ри-а-ри-та, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц и не больше кончится война. Ри-а-ри-та, ри-а-ри-та, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц
и не больше кончится война. На самом деле, может быть, не такие тяжелые и катастрофические испытания ждут нас впереди, как в 1941 году, но испытания, я уверен, очень серьезные. Предстоит принимать сложные, порой непопулярные решения, выбирать, каким путем идти. Вводить или не вводить чрезвычайное положение, например. Максимально ужесточать карантин, даже ценой закрытия, банкротств, множества предприятий, роста безработицы, который, в свою очередь, может, например, повлечь за собой скачок преступности и другие негативные последствия. Или, наоборот, максимально либерализовать карантинный режим, чтобы смягчить возможные негативные последствия для экономики. И так далее. Мы сегодня будем подробно говорить в этом выпуске программы «Реальная политика» обо всех этих вещах. И в этом мне помогут гости программы, в том числе те, кто сейчас уже сидит у меня в студии. Здесь политический консультант Александр Харебин и исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусев. Ну вот, если в самых общих чертах, как вам видится ситуация? Куда, в каком направлении двигаться? Грубо говоря, в том направлении, в котором пошла Италия, Испания, Франция, максимально жесткий карантин, или все-таки в том направлении, например, в котором пыталась пойти Великобритания и продолжает пока идти Швеция? То есть либеральный режим жизни в стране. Віктор, що ви скажете? Я хочу сказати таку дуже важливу річ, що рішення треба приймати із оцінки самих себе. Насправді, що ми можемо? Чи можемо ми дійсно ввести жорсткий карантин? Я відверто скажу ні. От останні, до речі, тижні вони це показують. Ідеї самоізоляції, прохання до людей, спроби їх залякати абсолютно не працюють. Люди спочатку спробували посидіти вдома, зараз вони все більше повертаються на роботу, вони починають виходити знов в парки, вони шукають комунікацію, тому що людина від природи не може, особливо українець, бути в заточенні. Тому це треба прийняти нас. Ми такими є. Це не вийде. Ну, тобто, це не вдасться. Історії про надзвичайний стан, вони взагалі, я думаю, неприйнятні, ми це не переживемо. Абсолютно, це я відразу скажу. Мало того, що в нас його не зможуть увести, тому що колись Петро Олексійович вводив воєнний стан і закінчилось тим, що всі з цього сміялись. Я думаю, що подібна ситуація буде і цього разу. Тому, насправді, ми повинні діяти іншими методами. Можливо, навіть не такими, як Британія і Швеція, а інші, і я називаю це інші, розумне регулювання. Що таке розумне регулювання? Значить, є зараз китайський посівник, який видали лікарі, які пропрацювали, якраз проводили операції, і з 50 лікарів ніхто не захворів, тому що вони просто дотримувались максимально всіх правил оцих антисептиків, масків, все інше і тому подібне. Тобто це означає, що при достатньому захисті людини, людина може уникнути захворюваності. Тому ми повинні перейти від логіки тримати всіх по домах до логіки перевіряти у всіх маски, окуляри і рукавиці, і відповідно обробка антисептиками таких самих небезпечних місць. Тобто ми повинні дозволити людям, знову ж таки, в міру того, як їм це треба, там, виходити на вулиці, працювати. Звичайно, ми повинні зробити там інші заходи, наприклад, розбити робочий час. Хтось працює на 9, хтось на 10, хтось на 11, для того, щоб не було перевантаженості і люди не зустрічалися в транспорті. Але ключовий мій посил наступний. Ми не повинні робити то, що нам не вдасться. А нам, скоріше за все, різного роду жорсткі заходи понятно, не вдасться. Понятно. Олександр, ви що скажете? Смотрите, методика і скорость распространения вируса в европейских странах, Китай не является показателем для Украины. Потому что все-таки украинцы больше ближе к южным народам, к той же Италии. Говорит о том, что один заболевший в среднем генерит 2,3-2,4 заболевших вокруг себя. Угу. Для того, чтобы пандемию победить, необходимо, чтобы человек, который, не дай Боже, заболел, этот показатель стремился к меньшей единице. То есть в идеале остановить на 1,3, угу. Совсем хорошо 0,8 и полетели вниз. Угу. То есть те методы, которые использовал Китай и азиатские страны, да, они репрессивные, да, они антидемократические, но они оказались максимально эффективными.
Ну, подождите, я вас перебиваю, извините, Александр. Но вот я наблюдаю со стороны. Может быть, я не в тех местах бываю. Может быть, я мало бываю там в городе. Я тоже стараюсь из дома не выходить без особой нужды, работать в удаленном режиме. Но мне кажется, что для вот нации, скажем так, психологически, поведенчески близкой к вот этим нациям юга Европы, украинцы ведут себя на редкость дисциплинированно. Все в масках, многие носят перчатки, улицы пустые, каких-то там больших компаний, торжеств, гуляний не наблюдается. Может быть, мы недооцениваем свой народ? Полностью с вами согласен. Говоря о южных нациях, я имел в виду желание... Это, извините, что перебью. Да. Что, при том, что, конечно же, у нас где-то там в генах сидит наследие советского времени, когда в советское время нарушать правила и законы считалось чуть ли не доблестью. И людям говорили: о, молодец, сам. Типа развернулся вовремя там через сплошную двойную. Мы южная нация, а не северная, в желании обниматься, ходить на пикники, жить большими коллективами и проводить время, употребляя спиртные напитки и кушая вкусную еду на берегах рек и озер, особенно на майские праздники. Но говорят, через еду вирус не передается. От чихания, кашляния и мокроты передается все, в том числе и через еду. Угу. Суть в чем? Давайте вернемся к тому, что должно быть. И как происходит на сегодня. Должно, то есть страна, общество, власть должна сделать так, чтобы пандемия не стала затяжной в 18, 16, 12 месяцев. Угу. То есть если ничего не делать, это первый путь, по которому пошла Великобритания, и потом она отказалась от этого пути. Ну и Швеция, на самом деле, судя по последним сообщениям, да. там начинают серьезно на эту тему размышлять. Если оставаться в парадигме самоизоляции, то есть, условно, мы даем информационную кампанию, мы контролируем маски, контролируем перчатки, бизнес и работу, люди ходят по магазинам. Чистая наука статистика говорит о том, что тогда у нас пандемия будет на год. Угу. И тогда слова президента Зеленского о 5% заболевших очень актуальны. Угу. Если же мы пойдем по пути самоограничения и карантина, и самоизоляции, то есть весь комплекс мер без чрезвычайного положения, потому что, вы верно заметили, украинцы, к счастью, наверное, постсоветское наследие показало, что они дисциплинированы, они понимают, как телевизионное обращение, информационную кампанию, связанную с вирусом, так и какой-то ген страха, который говорит: подождите, вас придут и накажут. Угу. Тем более штрафы предложили достаточно серьезно для любого бизнеса, который может закрыться. Угу. И чем жестче, но не жестче с посадками в тюрьмы или в расстрелы, как было в том же Китае или в азиатских странах, а методами принуждения экономического людям объяснят, что чтобы убить, уничтожить пандемию, нужно снизить количество заразившихся в этой короткой перспективе месяца, тем быстрее экономика оттолкнется. Понятно. Украина, как и весь мир, не способна пережить годовую пандемический карантин. Сейчас у нас на связи наш корреспондент, который дежурит там в правительственном квартале. Кабинет министров сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором решался вопрос перераспределения статей расходов государственного бюджета. А парламентарии тоже готовятся к внеочередному заседанию, которое запланировано на завтра. Они сегодня весь вечер провели в стенах Верховной Рады. Там работает наш журналист, корреспондент канала «Украина-24» Алексей Фалин. Алексей, что ждать от завтрашнего заседания парламента? Какие законопроекты, какие решения собираются завтра обсуждать депутаты? И вообще нет ли угрозы, что из-за нескольких эпизодов заболевания членов Верховной Рады парламент вообще закроется на карантин? Алексей. Ну, вже кілька годин відбувається робоча нарада з головами фракцій за участі прем'єр-міністра України. Уряд прораховує наслідки епідемії та розробляє кроки подолання кризи, зокрема, оновлює бюджет, хоча от більшість витрат залишаються такими, як і були. Наприклад, підтримка сільського господарства 4 мільярди, як було заплановано, так і залишається. На оборону 2,5 мільярди. Обіцяють зберегти витрати на ремонт та будівництво доріг і майже вдвічі планують збільшити витрати
витрати на реструктуризацію вугільної галузі. Проте, от фінансування на науку та освіту планують скоротити на 4%, а також уряд пропонує відмовитись від фінансування, скоротити фінансування спорту. Адже, зокрема, Євробачення та Олімпійські ігри вже були скасовані, і тому пропонують гроші, які планувалися на ці заходи, перенаправити на інші, так би мовити, галузі. Поки що це все, що відомо. Ми чекаємо, поки закінчиться робоча нарада, потім Кабмін, і вже будемо більш детально знати після цього. Студія. А ж все-таки насчет заболеваемости депутатского корпуса, что там вам известно? Поки детальної інформації немає, я ж кажу, чекаємо, поки що відбудеться. Чекаємо зараз, хвилина на хвилину має закінчитися нарада, вийде хтось з представників парламенту і розкаже нам, що і до чого. Угу. Ну что ж, спасибо, Алексей. Я напомню, на связи с нами был наш корреспондент, который дежурит под стенами Верховной Рады. Там же рядом Кабмин. Алексей Фалин ждет каких-то последних новостей о том, что ждать нам от завтрашнего дня. Если у него будет какая-то дополнительная важная информация, мы непременно свяжемся с ним и попробуем еще раз вывести его в эфир. А сейчас еще один человек с нами на связи, Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины. Антон, добрый вечер. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей программе. Скажите, пожалуйста, позиция Министерства внутренних дел Украины. Какие первоочередные, на ваш взгляд, на взгляд министра внутренних дел, меры должны быть предприняты для того, чтобы остановить или, скажем так, максимальным образом сдержать, едва ли сразу получится остановить, но максимальным образом сдержать распространение COVID-19 в Украине? Антон. Так, я так понимаю, что не слышит меня господин Геращенко. Антон, вы слышите меня? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сейчас у нас наконец установилась связь. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас не слышу. Не слышите меня? Так, господа... Давайте, может быть, видео в телефонном режиме в таком случае. Господа, давайте сейчас проверьте еще раз связь с господином Геращенко, а мы тут пока в студии поговорим с гостями. Все-таки ваша позиция по поводу происходящего в парламенте. Смотрите, трижды, по-моему, парламент у нас пытался собраться и обсудить самые неотложные законопроекты, которые в том числе касаются продолжения финансовой помощи со стороны международных финансовых институций. Трижды собраться не удалось, и есть ли гарантия, что это произойдет завтра? Как я понимаю, там на первом месте стоит закон о банках, точнее, так называемый антиколомойский закон, который исключит возможность ренационализации банков и перехода их опять в руки прежних собственников. Во что дело упирается? Я уже не говорю там о законе о свободном обороте сельскохозяйственных земель. Александр, с вас начну. Президент Зеленский и монофракция большинства в парламенте не может себе позволить в такой суровый для страны период не проголосовать за законопроекты, предложенные кабинетом министров и президентом. Но это не голосует же. Поэтому основная задача сейчас, чтобы власть, которая сейчас олицетворяется у Зеленского, была уверена в том, что все законопроекты, поданные на эту сессию, будут проголосованы. И именно здесь заключается основная проблема. Так называемое монобольшинство, которое мы слышали, говорили и видели его работу в так называемом турборежиме, сейчас дало большую трещину. Так называемый антиколомойский закон или закон против возврата банков собственника предыдущим на самом деле имеет две составляющих. На самом деле. То есть называть его антиколомойским – это достаточно популистическая история. Значит, в этом законе говорится о том, что решение Национального банка является выше любых решений судов.
То есть Нацбанк является последней инстанцией в деле о национализации банков. Это нужно зафиксировать. Это правильно? Да, это не конституционно, да. Ну, тем не менее, в некоторых государствах, европейских, демократических, эта норма работает, она принятна для... для законодательства. Вот. И второе – это вопрос компенсации собственникам в случае, если наступает принятие или признание аудитором. Ключевое слово, что Big Four, большая четверка аудиторских компаний, признает, что национализация пошла не по тому пути. Тогда аудиторская компания оценивает убытки и появляется возможность возврата предыдущим собственникам некоторых упущенных денег, дивидендов, прибыли. Вот вокруг чего идет речь. Конечно же, крупнейший банк, в который государство влило почти 6 миллиардов долларов, олицетворяет собой конкретного человека, который олицетворяет собой конкретный телеканал и достаточно большую олигархическую силу, который, кроме того, имеет свою квоту, свою долю в парламентском большинстве «Слуги народа». Именно эти люди, как говорят, мутят воду и рассказывают нам о необходимости дефолта, о необходимости пересмотра обязательств государства Украины. Извините, Виктор, я вам сейчас предоставлю слово, но я все-таки хотел бы... отпустить господина Геращенко, который отвлекся от своих обязанностей заместителя министра внутренних дел Украины. Работа, я так понимаю, у него сейчас не в проворот. И вот сейчас хочу узнать... Антон, слышите меня? Связь у нас... Да, я очень... Отлично, отлично, хорошо. Наверное, простой вопрос, а может быть и непростой, но вам на него уже наверняка приходилось отвечать. Все-таки позиция вашего министерства, позиция Министерства внутренних дел Украины. Какие первоочередные меры, насколько жесткие меры должны быть предприняты для того, чтобы притормозить, как минимум, распространение коронавируса в Украине? Антон. До тех пор, пока не изобретена вакцина или лекарство от коронавируса, единственной мерой эффективного действия является карантин. Недопущение столкновения и контактов людей друг с другом, их минимизация. Для того, чтобы любой заболевший мог заразить меньше одного человека. В таком случае эпидемия останавливается. Если каждый заболевший будет контактировать и заражать по 3-4-5 человек, мы получим экспоненциальный рост заболевших, как мы это видим, трагедию в Италии, мы видим трагедию в Испании. Правильный путь – это путь Китая, Таиланда, Тайваня, Сингапура. Эти страны остановили эпидемию. В Ухане вчера было запущено метро. Китай снова сейчас становится на первое место в мире. Он будет фабрикой, которая будет снабжать весь остальной мир, который не остановил эпидемию аппаратами искусственного дыхания, масками и всем необходимым. Это теперь будет арсенал, медицинский арсенал мира. Антон, да. Скажите, но есть ли у украинской власти достаточно возможностей для того, чтобы обеспечить такой карантинный режим, жесткий, вот как вы говорите, чтобы вообще исключить контакты людей друг с другом, чтобы люди максимально оставались дома. Кто это будет делать? Это же сколько полиции и Национальной гвардии нужно расставить на каждом углу? Евгений, это зависит от статистики заболевших и умерших. Если статистика будет оставаться в небольших пределах, эпидемия будет контролируемая, то не надо будет ужесточать режим карантина. На сегодня, благодаря тому, что не работает общественный транспорт, на сегодня, благодаря тому, что закрыто метро, рестораны, торговые центры, то действительно степень контактирования граждан уменьшилась. Мы оцениваем, если взять китайский карантин за 100%, наш карантин где-то 50-60%. У нас действительно есть проблема с тем, что возвращаются из западных стран, из всех стран мира люди. Мы берем с них подписку о необходимости находиться 14 дней дома. За нарушение подписки предусмотрен штраф. Сейчас мы организовываем с пограничниками вместе передачу огромных объемов информации о сотнях тысячах граждан, которые вернулись за последние 3 недели. Мы ведем огромную информационную разъяснительную кампанию об опасности коронавируса и опасности нарушения этой подписки. Потому что вы можете не знать много дней, что вы больны. И контактируя с другими людьми, вы будете заражать других людей. Вы будете фактически быть убийцей для других людей. Поэтому, пожалуйста, все, кто нас сейчас слышит, кто вернулся за последние пару недель из-за рубежа, сидите дома, смотрите телевизор, учите английский язык, читайте книги. Не ходите по улицам, не заражайте других людей. По возможности. Будете знать.
Антон, вот у меня такой вопрос. Все-таки, не кажется ли вам, что некоторые, может быть, я ухожу в такую мелкую конкретику, но это волнует многих людей. Вот люди ропщут, например. А почему закрыли парикмахерские? Там вообще вопрос, иногда постричься, это вопрос личной гигиены. Вот как постричься там пожилому человеку? Или, например, почему закрыли рынки? Чем они хуже продовольственных магазинов, которые открыты? Ну и так далее. Евгений, я несколько дней назад опубликовал видеозаписи в переводе на украинский язык, как итальянские мэры требуют в своих видеообращениях не выходить на улицы. Один мэр, я его процитирую, сказал следующее. Зачем вы ходите к парикмахеру? Вам в гробу парикмахер и стрижка будет не нужна. Дело в том, что парикмахер, если его заразили, кто-то заразил, и он в день пострижет 10-15 человек и будет дышать на вас, да? 10-15 человек заразятся. Поэтому давайте потерпим и, так сказать, немножко Ну хорошо, а что касается... Несколько недель карантин закончится, и все снова станут носить стрижки, которые... А так вы можете расплатиться за поход в парикмахеру своей жизнью или провести несколько недель в тяжелейшем состоянии. Зачем это надо? Убедили. Потерпите, пожалуйста. Убедили. А как насчет продовольственных рынков? Что касается продовольственных рынков, вы помните, откуда началась вообще эпидемия в городе Ухань? Она началась с мясного или рыбного рынка. Весьма специфического, скажем так, где экзотическими животными торгуют на убой. Есть понятие организованная торговля, есть понятие неорганизованная торговля. Так вот, рынки – это неорганизованная торговля. Там невозможно проконтролировать будет расстояние человека к человеку. На сегодняшний момент подготовлены изменения постановления Кабинета министров о карантине. Там будет ввозиться обязательная дистанция нахождения между покупателями 1.5 метра. Для того, чтобы сотрудники магазина имели законные правила требовать от покупателей не подходить близко друг к другу. На рынках это невозможно. Важно минимизировать непосредственный контакт человека с человеком, чтобы люди не подходили близко друг к другу, не дышали друг на друга, потому что вирус передается воздушно-капельным путем. Если не вводить карантины, по мнению ученых, может заболеть 80% населения всего земного шара. Если взять смертность в Италии 6-7%, заболевание 10 миллионов украинцев – это гибель 600-700 тысяч людей. Поэтому, пожалуйста, если вы идете в магазин, в аптеку, старайтесь обязательно ходить. Сейчас постепенно аптеки будут ими насыщаться. Старайтесь не подходить близко к другому человеку. Старайтесь не дышать друг на друга, на незнакомые люди. Антон, последний вопрос. Чрезвычайное положение, комендантский час. Такой сценарий возможен? Такой сценарий возможен только в случае, если будет статистика заболеваемости расти резко вверх, это окажется, что действующие нормы карантина недостаточны, тогда нам придется идти по пути цивилизованных европейских стран, Италии, Испании, которые уже пошли на еще более жесткие условия карантина. Там есть не только комендантский час, там просто запрещается выходить на улицу больше, чем на один раз в день на 15-20 минут за продукты. Ну хорошо, а комендантский час с какого до которого часа? На сегодняшний момент нет смысла все это обсуждать, поскольку на сегодняшний момент такое решение не принято. Будет ли оно принято, будет зависеть от статистики. Статистика публичная и широко доступна. Сегодня выявлено более 400 фактов заболевания вирусом COVID. Умерло уже 9 человек в Украине. По сравнению с Италией и Испанией это, конечно, немного, но это каждая трагедия в каждой семье. И если на самом деле мы понимаем прекрасно, что заболевших... Более 400? Но более 400 официально. Это значит почти в 10 раз больше, чем неделю назад. Я помню, что 47 человек было в прошлое воскресенье. Давайте не будем себя тешить иллюзиями. Мы понимаем прекрасно, что заболевших уже тысячи. Просто многие люди просто боятся сообщать об этом. Сидят у себя дома, потому что, как вы видели, сегодня было широко доступно видео женщины, которая первая привезла вирус в село в Черновицкой области. Она плачет и записала видео, что соседи грозятся сжечь ей дом, потому что в селе уже умерло кто-то, кто заразился от нее. Мы ее защитим, она не виновата, как не виноват никто, кто, не знаючи, заболел и приехал в Украину. Но уже те, кто знает, что у них диагноз, и они продолжают ходить и заражать других людей, это уже преступление. И за это предусмотрена ответственность. Какая?
Уголовная ответственность в случае, если вы умышленно заражаете других людей, административная, если вы нарушаете правила самоизоляции и госпитализации. Полиции по последнему постановлению Кабинета министров дано право по указанию санитарных врачей применять силу для госпитализации тех лиц, которые точно больны, у которых есть диагнозы, которые отказываются от самоизоляции и, так сказать, хотят жить полной жизнью. По уголовной статье там какое максимальное наказание? Там, если человек, которого умышленно заразили инфекционной болезнью, умрет, от 5 до 8 лет лишения свободы. Вот 325-я статья Криминального кодекса Украины. Кто там интересно, открывайте в YouTube, в Гугле и смотрите. Угу. Как сказал один человек, восьмерочку можно огрести, да? Важно всем сидеть дома, кроме тех, кто должен работать для поддержания критической инфраструктуры, логистики, продажи продуктов питания, производства продуктов питания, лекарств, и вот тех, кто обеспечивает жизнедеятельность. Всем остальным, особенно сейчас пенсионерам, надо максимально находиться дома. Вирус действует на тех, у кого ослабленное здоровье, на тех, кто в возрасте, на тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Пожалуйста, берегите себя. Я вот вашим всем телезрителям скажу. У меня маме 80 лет. Я ее запер 2 недели назад в квартире. Я купил ей продуктов, и я сказал, мы с тобой не будем общаться, пока не закончится карантин, потому что это опасно. Я общаюсь так или иначе с многими людьми, 80 лет, поэтому я ходил под дверь, и мама еще моет кулечки для того, чтобы на них не осталось ничего, так сказать, никаких следов невозможных вирусов. Ну что ж, спасибо большое. Антон Геращенко, заступник министра внутренних дел Украины, был у нас на прямой связи по скайпу. Спасибо. Мы возвращаемся в студию. Я обещал дать возможность моему второму гостю, который здесь сидит, Виктору Андрусеву, все-таки прокомментировать ожидания относительно завтрашнего заседания парламента. Я думаю, що завтра парламент прийме всі закони. Я думаю, що завтра ми побачимо розмір групи Коломойського. От. Але разом з тим, я відразу скажу, що цей закон особисто я вважаю нікчемним. Тобто такий закон, який не має зворотньої сили, тому що суди насправді тривають вже роками. По-друге, він порушує конституційне право людини в судах відстояти, якщо тебе щось незаконно зробили. Тому я думаю, що війна проти цього закону вона ще буде тривати. І в Конституційному суді, і в Європейському суді з прав людини. От. По-друге, треба не забувати, що є ще Лондонський суд, який може ухвалити рішення зовсім інше, ніж ми тут собі ухвалюємо закони. Але тим не менш, я думаю, завтра будуть прийняті всі закони, які виносяться, і включно і земля буде прийнята, і цей закон проти Коломойського буде теж прийнятий. От я хотів просто сказати теж інше, і я більше мене хвилює якраз у ці позиції, які вносить уряд в контексті боротьби з коронавірусом, тому що там вже дуже великий теж пакет. Особисто мене ця історія дуже сильно тривожить. І знаєте, щоб не вийшло так, що не такий страшний вірус, як боротьба з ним. І логіка, в якій уряд мислить категоріями просто брати і роздавати грошей, причому бездумно. Наприклад, коли піднімається питання доплати пенсіонерам, я не можу зрозуміти, чому піднімається це питання. Ціни не ростуть, пенсіонери не втрачають, тому що їм виплатять пенсії, як завжди це відбувається щомісяця, на це є кошти. Для чого ще додатково їм виплачувати цей ресурс, а натомість не спрямувати його на ті кроки, які дійсно по підтримці бізнесу, який зрештою і має пізніше наповнювати бюджет. І ще один принцип теж роботи – це так званий гребти всіх під одну гребенку. От, наприклад, взяти і відмінити всім податок на землю. Так, а в чому суть? Якщо, наприклад, це підприємство працює, то чому ми йому відміняємо податок на землю? І в результаті лишили дуже багато громад і лишили місцеве самоврядування без грошей. І є питання дуже просте, на яке ніхто не дає відповідь. Звідки влада збирається брати гроші, щоб перекривати той дефіцит? А я відразу скажу, що те, що я сьогодні зранку бачив, це 300 мільярдів. Вони закладають дефіцит в розмірі 300 мільярдів. Чим його перекривати? І взагалі, як виходити з цієї кризи? Якщо карантин ще протриває до кінця квітня, я відразу скажу, це буде дуже складна ситуація для багатьох галузей. Це мільярдні втрати. Ми, до речі, в Інституті майбутнього порахували, що один день карантину обходиться в 2-3 мільярди втрати неотриманої доданої вартості і 14 тисяч людей, які не отримують доходу. Тобто або ці люди відправлені по домам, або їм просто не виплачують, або в інший спосіб. От такі цифри. Ми передбачаємо, що... Можна перебити вас, Віктор? От, смотрите, я не знаю, ви
читали статью, которую на днях написал профессор экономики французской парижской школы политических наук Сергей Гуриев? 35% потери ВВП России? Нет, это даже не об этом речь. Это речь о том, что, значит, есть подсчеты, которые говорят, что цена жизни одного гражданина Соединенных Штатов – это примерно 14,5 миллионов долларов. И, опять-таки, подсчитано, что, предположим, если заболеваемость в Соединенных Штатах будет, как предсказывают некоторые, 60-70%, условно говоря, 10 миллионов заболевших в тяжелой форме, и из этих 10 миллионов можно спасти, грубо говоря, 8,5, а можно только 1. И вот там конкретная цифра выводится. 7 200 000 спасенных в зависимости вот от этой дельты нагрузки на медицинскую систему в Соединенных Штатах. И вот эти 7 200 000 спасенных превращаются в 66 триллионов долларов. Ну, дивіться, тут з одного боку можна так порахувати, а я вам порахую трошки по-іншому. Якщо через тиждень-два почнеться реально перебої з поставками продуктів, карантин втратить свій смисл дуже просто. Люди будуть стояти в черзі за продуктами. Угу. Розумієте? Тому тут нема такого теж вибору, що нібито всі сидять вдома і нічого не роблять. Чи надзвичайний стан. Це абсолютно ситуація, в якій люди опиняться дуже важкі. От уявіть собі, зараз закриті села, люди, які їздили на роботу в Київ на стройку, які просто приїжджали там на якусь обслуговування, вони не отримують жодних доходів. Тому ще раз кажу, ми зараз у складній ситуації, в якій ми мусимо шукати рішення, яке називаю розумне регулювання. Що це означає? Що мусить бути розумний підхід. От ми зараз розробили додаток, і там можна буде робити дистанційний запис в магазин. Тобто ти записався на конкретну годину, 10 людей зайшло, купило, вийшло. Так само там можна, наприклад, на різний час влаштувати роботу. Ви їдете на 9-ту, ви на 10-ту, ви на 11-ту. Плюс захист, плюс соціальна дистанція, наявність обов'язково масок, причому окулярів теж, це дуже важливо, тому що вірус передається через оболонку ока. І про це чомусь не говорять, всі хоч носять масках, але не звертають увагу на те, що вірус передається і таким чином. Угу. От. І тому я говорю, що ми змушені піти в розумний карантин. Так би мовити, тут ми дозволяємо, а тут забираємо. Ви попрацювали, тепер попрацюють інші. Розумієте, якщо ми не будемо цього робити, в нас наступить настільки велика криза, коли люди, бунти, мітинги і все інше вже будуть по факту не звертати увагу на карантин і на вірус. Угу. А ви що скажете? Я читал статью эту Гуриева. Да, и на самом деле там, кроме стоимости жизни российской и американской, приводятся там разные цифры, но там для меня более важная статистика была приведена, что в 70... я понял, пафос этой статьи заключается в том, что долгосрочные потери от высокой смертности могут оказаться, опять-таки, в долгосрочном плане для экономики значительно более тяжелыми, чем да. сиюминутные, скажем Абсолютно. Так, инвестиции вроде вот тех 2-3 миллионов, да. 2 миллионов, извините, ради бога, я заговариваюсь, вроде 3 миллионов долларов, которые Конгресс США постановил, ну, грубо говоря, раздать населению и бизнесам вот в ближайшее время, чтобы демпфировать тяжкие последствия пандемии коронавируса. Смотрите, наше счастье Украины, что мы на самом деле, будучи частью открытого мира, и стремясь в Европейские Союзы, стремясь куда-то и продавая наши товары и продукты питания по всему миру, остаемся достаточно закрытой экономикой, которая плохо интегрирована во все мировые цепочки производства товарной стоимости. То есть для нас кризис скажется только на, первое, на стоимости металлов, которые мы экспортируем, они подешевеют. Для нас кризис может сказаться на росте стоимости продуктов, и он растет. Здесь Виктор совершенно прав, говоря о кризисе с продуктами. То есть то, что вывезли маски, то, что у нас нет в госрезерве товаров, которые там были заложены попередниками, очень хочется, чтобы нынешний Кабмин четко предусмотрел, чтобы у нас не было такого с продовольствием. Потому что страна, которая производит продовольствие и экспортирует, а также мародерствующие экспортеры, увидевшие где-то сверхприбыль, могут просто так же, как маски, все вывезти.
І от здесь вопрос... мародерствуючі експортери, які намагаються отримати сверхприбыль, це не з соціалістичного чи прошлого? Ну, ринок, є спрос. Це в категорії «ми живемо». Знаєте, зараз багато філософи, ученые, політологи, економісти говорять о крахе ліберальної моделі, о том, що ліберальний мир закінчився. І дуже скоро ми перейдемо в жорстку диктаторську модель управління странами. То, что сейчас демонстрируют Китай, азиатские страны, начинают биометрики, контролирование своих граждан по сетчатке глаза, по температуре. Поэтому вот вы задали вопрос по смертности. Угу. Президент Зеленский озвучил цифру минимальных потерь заболевших в 5% населения. Давайте математику. В Украине 35 миллионов населения. 37. Давайте, если верить Дубилету. Хорошо, да. 37, еще 2-3. Дмитрию Дубилету и его виртуальной переписи. 2-3 сейчас вернется или вернулась из субредельных государств. 200-300 тысяч. Посчитаем потом, как когда будет возможность. 5% от этого количества – это 1 800 000. 1 миллион 800 по версии президента Зеленского, заболеет. Ну и 10% – это тяжелые случаи, сейчас как смертность опыт. В Италии 10,5%. Это в Италии? В Италии. Смертность в Испании порядка 10%. В Италии высокая смертность, потому что очень высокий уровень среднего возраста населения. Мы сейчас об этом и поговорим чуть подробнее. И вот давайте теперь считать. Если 1 700 000, 1 800 000 заболевших, если, не дай Боже, украинская нация окажется не настолько иммунно простимулированная всеми катаклизмами последних сотен лет, там кровавые земли Украину нельзя называли. То Чернобыль, то Голодомор, то война. То есть Украина уже, ее иммунитет должен быть настолько закален катаклизмом, что дай Боже, что у нас эта чаша минула. Так вот, количество смертей. Это мы только о смертях. А теперь давайте посчитаем о первичной медицине. То есть на сегодня, по реформе Супрун, на сегодняшний день, врачи, так называемые первые ланки, 24,5 тысячи. Это официальные факты Минздрава. Разделите заболевших. Ну, то есть фактически на каждого врача первой ланки приходится 1400-1800 пациентов, подписавших декларацию. Если заболеет 5%, на одного врача свалится от 70 до 100 заболевших. Вот и посчитайте, какие врачи выдержат такой ритм работы. Куда эти сотни тысяч людей будут завозиться? Опять же, по той информации, которая обладает Минздрав, которая сейчас идет в публичную плоскость. На 100 тысяч жителей Украины 8 аппаратов искусственного дыхания. Вот считайте по заболевшим. Поэтому сидите дома. Антон Геращенко совершенно четко сказал. Сидите дома до момента, пока страна не поймет. У нас 0,4% заболевших, как в Ломбардии. А на сегодняшний день самая пораженная территория Италии – это Ломбардия. Заболевших 0,4% населения. Для нас эти цифры незначительны. Система справится. Либо мы пойдем вверх. Александр, значит, давайте сейчас посмотрим, эффективно ли сидеть дома, эффективен ли карантин. Ну, этим вопросом, конечно же, задавался, наверное, каждый из нас, когда был вынужден себя в чем-то ограничивать, прежде всего, в том, чем он привык заниматься в привычной жизни. И даже несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения призывает ограничить социальные контакты, конечно же, у многих тень сомнения остается. Вот мы решили сравнить динамику распространения COVID-19 в Украине и в Италии. И для того, чтобы цифры больных у двух стран можно было сравнить, мы не привязывали их к конкретным датам, а за исходную точку взяли день, когда количество больных стало возрастать. В Италии это 20 февраля, в Украине 15 марта. И посмотрите, что у нас получилось. Вот на экране сейчас вы увидите оранжевую кривую. Это динамика распространения заболевания в Италии. А синяя кривая – это динамика распространения коронавируса в Украине. Как видим, при прочих равных условиях в Италии болезнь распространялась гораздо быстрее. На протяжении одного и того же периода времени в Украине было 418 больных, а в Италии более 3. Почему так? Разница, возможно, в самом главном. В Украине все это время, весь период, который мы взяли в работу, уже действовал карантин. А в Италии первые ограничения были введены уже, когда больных было более 7 тысяч. И распространение болезни было уже не остановить.
Ну, может быть, этот график отчасти убедит тех, кто говорит, что практического смысла в карантине особого нет. И вот еще о возрасте. Известно, что так много больных и так много тяжелых случаев в Италии, потому что там очень высокий средний возраст населения, почти под 90 лет, без малого под 90 лет. В Украине, к сожалению, продолжительность жизни населения по понятным многим причинам не так велика, как в Италии, как в некоторых других развитых европейских странах. И, смотрите, Министерство здравоохранения опубликовало официальную статистику возраста больных COVID-19. Ну, социологи могут сказать, что чуть более 400 человек – это не та выборка, по которой можно делать какие-то выводы. Мол, она не репрезентативна. Однако вот все же, какие цифры опубликовал Минздрав. Две трети больных в Украине – это люди возрастом от 30 до 60 лет. Пожилых людей, которые считают главной группой риска среди больных в Украине, чуть больше 13%. Почти столько же, сколько и детей. Ну, я не знаю, вот с нами на связь должен был выйти глава комитета парламента Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По телефону. Так, мне подсказывают мои коллеги, что у нас проблема с телефоном. Михаил, слышите? Слышите? Так, чую вас. Отлично. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот хочу вас спросить как профессионала. Извините, не как законотворца, а все-таки как профессионала. Что важнее все же? Не допустить распространения вируса или не обвалить экономику? Потому что обвал экономики может привести к тому, что и здравоохранение начнет разваливаться. Ваша позиція? Ну, моя позиція – треба знайти золоту середину між недопущенням обвалу економіки і недопущенням розповсюдження вірусу. І це зараз те, що намагається зробити уряд – це віднайти той баланс, який дозволить і одне, і друге вирішити. Це дуже важко, це, ну, дуже багато країн не впоралися з тим, але Україні трошки пощастило, що ми пізніше входимо в розповсюдження епідемії, і деякі речі вже на досвіді тих країн, які пройшли пікові враження населення, я думаю, що деякі помилки ми не будемо повторювати. Угу. Ну хорошо, вот вы как член парламента, как будете голосовать, если, предположим, появится на повестке дня предложение о введении чрезвычайного положения и комендантского часа в стране? Дивіться, ну, якщо загроза населення України буде дійсно вимагати введення надзвичайного стану, то я це підтримав. Але я не бачу сьогодні ніякої країни, яка би, де би було запроваджено надзвичайний стан з таким враженням населення, який би вимагав введення того. І дивіться, ми сьогодні бачимо, Іспанія ввела дуже жорсткий карантин, але кількість захворівших і кількість померлих, вона не дуже сильно відрізняється від тієї ж Франції, і вона набагато більше, ніж Німеччина, в Літові карантин трошки м'якший. Це, знаєте, це дуже таке важке питання, на нього нема відповіді такої, знаєте, що так чи ні. Тут дуже важко, тут треба зважувати всі речі, які будуть впливати на це. Я хотел бы напомнить моим телезрителям, что разговариваю я по телефону. Я не знаю, есть у нас фотография господина? Ну так покажите ее, господи боже мой. А можно крупным планом?
А можно крупным планом показать фотографию главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации? Моя физиономия сейчас, извините, господа режиссеры, совершенно никому не нужна. Покажите моего собеседника, сделайте одолжение. Так вот, Михаил, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как профессионал, что вы думаете по поводу того, что, например, высказывается такая версия, вспышка заболеваемости в Италии и в Испании связана с особенностями быта и жизни в этих странах, что в этих странах в домах очень холодно, именно вот в этот период, когда бурно стала развиваться эпидемия. Пане Володимир, дивіться, ми користуємося... Євгеній мене зовут, простите. Євгеній, вибачте. Дивіться, ми користуємося тільки офіційними даними, які нам надає Всесвітня організація охорони здоров'я. Бо дуже багато думок, я з вами погоджуюсь, є різні думки, і нема 100% думки, яка була б 100% правильна. Чому? Якби з'явилася така думка на 100% правильна, то вже б знайшли і вакцину, і протидію цій біді, цьому вірусу. Ага. На сьогоднішній день все ж таки ми бачимо, що Іспанія, Італія, а особисто Італія, і це вже визнано Міністерством охорони здоров'я Італії, і це каже Всесвітня організація охорони здоров'я, що там ще така ситуація була одною з причин цієї ситуації, може бути те, що там на початку епідемії всім людям пропонували пити такі ліки, як ібупрофен та аспірин. І кажуть, що саме ці ліки спонукали до таких важких випадків. Вони... Це не доведено, але це вже є такі дані. І на сьогоднішній день в настановах Всесвітньої організації охорони здоров'я написано, що ні в коєму разі не можна застосовувати такі ліки, як ібупрофен, як аспірин. Тобто історія про ібупрофен, вона відповідає дійсності, вона підтверджена Всемирною організацією здравоохранения, так? Вона не... Дивіться, трошки не так. Сьогодні є посилання на те, що саме в цих країнах дуже широко застосовувався ібупрофен, і є думка, що це могло викликати таке розповсюдження і такі важкі випадки ускладнень коронавірусу. Бо ми знаємо, знову таки, з даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, що дуже багато людей легко переносить цю інфекцію, навіть легше, ніж грип. Uh-huh. Але частина людей переносить дуже важко, і тому дуже багато летальних випадків, що дуже швидко є випадки, коли починається запалення легенів, і воно починається дуже швидко, і тому такі важкі випадки. Тому uh-huh. і апарати штучної вентиляції легенів не вистачає. І кажуть, що одним із чинників може бути застосування ібупрофену. Тому в наших протоколах, які МОЗ сьогодні, до речі, оновив протоколи, клінічні протоколи лікування хворих на коронавірус, там нема, ви вже не знайдете цих препаратів. Ну, я понимаю, что вы, в случае чего, при ответах на сложные вопросы ссылаетесь на авторитет Всемирной организации здравоохранения, но тем не менее... Вот... Все країни посилаются. Отлично. Все-таки, вот... Рассматривается ли всерьез такая версия, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине, как, впрочем, и во многих других постсоветских странах, связано с тем, что до недавнего времени в стране, в Украине и в других постсоветских странах людям делали в детстве прививки, от которых давно отказались в Соединенных Штатах и в Европе. Например, прививки так называемого БЦЖ, противотуберкулезной вакцины. И что вот якобы это сейчас позитивным образом влияет. Пане Евгений, я не могу ни подтвердить, ни спростувати вашу думку.
Это не моя, мысль, это просто вот одна из версий, с которой я столкнулся, и которая вызвала мой интерес. Я дуже багато чув версій, а от про ПТЖ не чув, чесно. Визнаю, я не чув таку версію, але завтра обов'язково зв'яжуся із ВОЗом, із паном Ляшко і запитаю, задам це питання. В мене нема відповіді, я не чув таку версію. От. А от що ви скажете по поводу препарата, який широко розрекламував президент США Трамп? Я, чесно говорю, не можу произнести по пам'яті вот, його названня, но там коммерческое название Плаквенил. Да. Дивіться, сьогодні і Україна вважає, і це знову таки, це на противомалярійний препарат. Так. Дивіться, на сьогоднішній день Україна також, і ми завтра будемо голосувати закон, сподіваюся, що Рада його підтвердить, що ми дозволимо використання ліків off-label, так званий, це коли інструкція ліків, ці ліки використовуються, наприклад, для лікування малярії, і ми дозволимо їх застосовувати за згодою пацієнта при лікуванні коронавірусу. Це використання ліків off-label. Чому ми не те йдемо? Бо ми маємо дійсно статистику з багатьох країн, і таких країн, як Іспанія, Італія, Сполучені Штати, Китай, де застосування саме цього препарату, там хімічна назва інша, ви дійсно зараз назвали комерційну назву, воно дійсно дає результати. Так само, як лепомілін, це препарат для лікування хворих на ВІЧ, так само, як Делагіл, ну там різні є препарати, які за інструкцією, за лейблом використовуються для лікування інших хвороб, але дають непоганий результат в лікуванні хворих на коронавірус. І ми також будемо їм дозволяти. Спасибо большое. Михаил Радуцкий, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, был с нами на связи, на прямой связи по телефону. Мы продолжим разговор о том, что происходит сейчас в стране и мире в связи с коронавирусом. Но я хочу напомнить, что еще в прошлой программе мы достаточно оживленно обсуждали с некоторыми из ее участников вопрос о том, пойдет ли президент соседней России Владимир Путин на то, чтобы отложить назначенный на 22 апреля референдум, точнее, не референдум, голосование по пресловутым поправкам Конституции, в том числе тем, которые позволят ему оставаться у власти еще долгие-долгие годы, чуть ли не до глубокой старости. Возможно, я оказался неправ, как, кстати, и некоторые мои гости. Скрипя сердце, но Путин согласился объявить о переносе даты голосования. На когда – непонятно. При этом, конечно, все остались в изумлении, широко открыв рот, когда он сказал, что карантина не будет. Ну, таких слов не было. Он сказал «каникулы». Там. Вот каникулы. А каникулы, как вы сами понимаете, в постсоветской стране это может быть и народное гуляние на природе, особенно нынешней теплой весной, шашлыки, пикники и все такое прочее. И может получиться так, как случилось в Италии. Помните, когда было объявлено и по прессе итальянской волной пронеслась информация, что коронавирус, как говорится, опасен только для глубоких стариков. Люди помоложе обрадовались, отправились на природу. Ну и, собственно говоря, сразу возраст заболеваемости коронавирусом помолодел. И скачок произошел в общей численности заболевания. Такой сценарий в соседней России возможен. Ну, помогать итальянцам преодолевать последствия коронавируса пришли и представители вот путинского режима. И зачем они это сделали? В следующем нашем материале. Что делает Россия в Италии? Даю наводку. Кто-то по этому поводу уже пошутил.
Вот сообщение агентства ТАСС от 23 марта 2024 года. Представитель командования российскими войсками на севере Италии заявил, что вывод этого контингента начнется только после того, как состоятся выборы новых местных органов власти, наделенных дополнительными полномочиями, которые должны быть закреплены соответствующими изменениями в Конституции Италии. Так что же все-таки, кроме шуток, делает Россия в Италии? Зачем русские транспортные самолеты садятся на итальянских аэродромах, где их встречают высокие официальные лица? Что делают русские военные на севере страны, в Бергамо? Гуманитарную помощь оказывают? Ага, ну прямо как ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан, который был введен туда, как помнят люди постарше вроде меня, исключительно для оказания помощи дружественному афганскому народу в налаживании мирной жизни. Мосты строили, дороги ремонтировали, урожаи помогали собирать с вертолетов, ковровой бомбардировкой. Нет, не поймите меня неправильно. Я вовсе не пытаюсь утверждать, что русские сейчас делают в Италии нечто конкретно предосудительное. Но политически это то же самое, что они делают, например, в Сирии, или в Ливии, или в Венесуэле. Показывают средний палец США и Западу. Работают на раскол, на разрыв западного сообщества, будь то ЕС или НАТО. Кстати, про Венесуэлу. То русские поддерживали режим Чавеса Мадуро, влили туда через Роснефть почти 10 миллиардов долларов, то вот буквально вчера прекратили это делать. Роснефть объявила, что расстается со всеми венесуэльскими активами. Еще бы, в нынешней экономической ситуации, особенно когда рухнули цены на нефть, продолжать иметь дело с Мадуро и попасть, наконец, под соответствующие американские санкции, риски слишком высоки. Но дело тут не только в маниакальном стремлении Кремля при первой же возможности насолить Западу. Есть более важный мотив, вполне прагматический. Налицо четкая аналогия с 2001 годом. Помните, что сделал Путин сразу после 11 сентября, когда рухнули башни-близнецы? Нет? Действительно, большинство уже позабыли. В первые полтора года путинского президентства отношения у России с Западом складывались совсем непросто. И у американцев, и у европейцев к Путину было много неприятных вопросов. Прежде всего, в связи с войной, которую русская армия вела в Чечне, и которая сопровождалась массовыми разрушениями, гибелью мирных граждан, грубыми нарушениями прав человека. Недоумение, а потом и негодование на Западе вызвало также начавшееся буквально с первых дней пребывания Путина в Кремле наступление на свободу печати в России. Западная пресса буквально разбухала от обилия критических статей в адрес нового российского президента. Путин огрызался. Мы, мол, в Чечне воюем с террористами. И тут ему подарок судьбы. Невиданные, жуткие теракты 11 сентября 2001 года, которые потрясли Америку и весь мир. Многие тогда искренне предполагали, что Путин в очередной раз скажет какую-нибудь колкость в отношении США и Запада. Мол, по делам вам. Поняли, наконец, что такое терроризм? Но он не сказал ничего подобного. Наоборот, неожиданно для всех выразил максимум сочувствия, соболезнования. Но главное, призвал лидеров Запада отбросить все разногласия, забыть старые обиды и объединиться против главного общего врага – международного терроризма. И Запад на это купился. И Путину простили старые грехи и маленькие прегрешения, и все дальнейшее, и жестокие боевые действия в Чечне, и массовую гибель заложников в ходе торопливых, непродуманных антитеррористических операций в театральном центре на Дубровке в Москве и в школе номер один в Беслане, списали все по статье «Борьба с международным терроризмом». И продолжали ему улыбаться и руки жать. И вот теперь Путин
Путин пытается проделать тот же трюк. Призвать мир сплотиться ради борьбы с врагом номер один, коим действительно сегодня является коронавирус. Простить друг другу старые грехи и обиды. Читай, аннексию Крыма, войну, которую Россия развязала на востоке Украины, сбитый над Донбассом малайский Боинг. Не обращать внимания на все, что Путин творит внутри России. Снять санкции, опять начать дружить. Примерно в этом был главный потайной смысл того, о чем говорил Путин на этой неделе на виртуальной встрече G20. Дай бог, чтобы на этот раз Запад не развесил уши, потому что в следующий раз это действительно может закончиться, без всяких шуток, появлением какого-нибудь ограниченного воинского контингента РФ в глубине территории Евросоюза, который вывести оттуда будет ну никак невозможно. И тут, слава богу, есть некоторые основания для оптимизма. Евросоюз, чего почти никто не заметил, практически автоматом, без всяких дискуссий, продлил против России на очередные полгода санкцию за аннексию Крыма и все прочие украинские грехи. Так что есть надежда, что путинский трюк на этот раз не удастся. Я знаю, что среди мыслящей публики в России есть люди, которые думают иначе, не так, как я, и даже порой раздраженно ворчат, что это, мол, мода нынешних разборчивых времен – видеть в оказании помощи Италии нечто большее, нежели желание творить добро. Ну что ж, можно, конечно, с умилением вспоминать, как в детстве мы читали книжки про отважных русских моряков, которые бросились на помощь пострадавшему от землетрясения итальянскому городу Мессини, было это в декабре 1908 года. И, мол, тогда никто не говорил, что это внешнеполитическая пропагандистская акция, направленная на поддержание падающего авторитета царского режима. Но, на мой взгляд, это сравнение не совсем корректное, потому что все-таки 100 с лишним лет назад и Россия была другая, и люди даже при проклятом царизме были другие, в том числе и во власти. Искренне в Бога верили, в притчу о добром самаритянине, знали ее наизусть. И уж у контр-адмирала Литвинова, командовавшего тогда отрядом русских военно-морских кораблей, поспешивших на помощь терпящим бедствие жителям Мессины, как и у всего русского офицерства, потом выбитого почти поголовно сначала в Первую мировую, потом в Гражданскую, потом в годы сталинских репрессий, были все же другие представления о доблести и чести, нежели у Шойгу с Путиным, для которых высшая доблесть – это, знаете ли, незаметно провернуть очередную спецоперацию, а потом с довольным видом сказать: «А ручонки-то вот они, чистенькие, и нас там нет». Ну, право слово. Неужели кто-то еще верит в способность нечаянно пригретого славы, который за все 20 лет своего пребывания у власти только и делал, что демонстрировал поразительную душевную черствость и жестокосердие, начиная с истории про гибнувших моряков под лодке «Курск», переживать по ночам за умирающих итальянцев? Ну, разве что за друга Сильвию. А вот за всех остальных, честно говоря, не верю. Хотя, может быть, не прав. И еще хочу добавить, что да, конечно, это хорошо, что Евросоюз без особых дискуссий автоматом продлил против России ранее введенные санкции. Но я бы не стал обольщаться, что Евросоюз сейчас вообще много думает об украинских вопросах. Хотя, опять-таки, может быть, не прав. Александр, вот вы что думаете? В Италию из России полетело, насколько я видел последнюю информацию, 14 самолетов военной авиации российской, маркированные коробками «Из России с любовью» «Армия России». По информации, которую дали российские средства массовой информации, 100 вирусологов, имеющих опыт борьбы с сибирской язвой, с эпидемией Эболы и так далее. Итальянское издание «La Stampa», крупнейшее итальянское средство массовой информации, написало о том, что 80% оборудования, которое русские самолеты доставили в Италию, конкретно в Бергамо, место дислокации, бесполезно. Угу. Что прилетели военные грузовики для дезинфекции улиц этих городов, а также военные вирусологи в высоких воинских званиях, которые работают группами по 4 человека плюс переводчик. Это то, что пишет итальянская пресса. Угу. Зачем это сделано? Мы прекрасно понимаем, что падение цен на нефть для Российской Федерации смерти подобно.
То есть фактически, когда мы с вами говорили о статье Гуриева по итогам коронавируса, так вот Гуриев говорит о том, что Россия в случае, если у них действительно будет длительная пандемия с миллионами заболевших и жертв, скатится на минус 35% падения ВВП, что отбросит Россию в 1999-2003 год по экономике, по состоянию. Вот, в общем-то, и вся такой диагноз путинскому режиму. То есть Россия может оказаться там, откуда она начиналась после передачи Ельциным полномочий. Вот интересный вопрос у меня. Вот, Виктор, вы как думаете, вот если будет такой сценарий, как только что озвучил Александр Харебин, вот все-таки сохраняются экономические связи с Россией? Нельзя сказать, что украинская экономика полностью отгородилась от российской. Вот такой сценарий развития, отрицательный развитие ситуации в России, может повлиять на украинскую экономику как важный дополнительный фактор? Ну, насправді на нас якраз позитивні сценарії в Росії погано впливають. Да? Я маю на увазі, що вони використовуються в інших цілях. Ну, дивіться, я навіть вам скажу, це навіть невеликий секрет, але в нашу енергосистему підключена Курська енергостанція, тобто при бажанні нас, в принципі, взагалі можна виключити із Росії. Тому зрозуміло, що будь-які події, які впливають в Росії, будуть позначатися на нас незалежно там, на масштаб цих зв'язків, а треба віддати... сказати правду, що ці зв'язки є великими, і дійсно велика кількість заробітчан, які там і зараз повертаються, а фактично останні роки наш платіжний баланс взагалі виживав завдяки заробітчанам, в тому числі і тим, які були в Росії. І тобто будь-який розвиток подій в Росії, звичайно, буде погано позначатися на, ну, і негативний, і позитивний, переконаний, буде на нас позначатися негативно. Але я хочу сказати важливу річ, яку там довгі вивчення Росії, зокрема нами, у них у Росії, у росіян не прив'язується погана економічна ситуація з тим, щоб міняти владу. Це наша риса. От, в них ці речі не пов'язані. Тобто влада є владою, бо в силу того, що вона влада, а економічна ситуація – це частина нашого життя. Сьогодні краще, завтра гірше, післязавтра краще. Я обещал, что вы хотели что-то сказать в дополнение к выступлению Михаила Радуцкого, Александр. Ну, вы знаете, я посмотрел последнюю сводку. Сейчас в мире, вот если камера покажет, 704 095 заболевших. Последняя информация. Еще раз. 704 095 заболевших. Да, и, то есть, и 475 в Украине, вот по последним данным. Плюс 119 за минувшие сутки. Господин Радуцкий сказал, что он пока не слышал. Я хочу вас поддержать касательно прививки БЦЖ. На самом деле, буквально несколько дней назад ведущий мировой научный журнал Science опубликовал такую информацию, что прививка БЦЖ, которая регулярно делалась нашим деткам и мне, и всем телезрителям, она позволяет пройти заболевание коронавирусом, потенциально позволяет, еще нужны, конечно же, исследования и подтверждение этой информации. Но тем не менее, потому что выработка антител прививки против туберкулеза позволяет организму проходить, стимулирует иммунную системы, позволяет организму проходить легче это вирусное заболевание. И подтверждая эти слова, на самом деле, опять же, известный ведущий британский издание таблоид Daily Mail уже напечатал, это факт, о том, что австралийская система здравоохранения в ближайшие дни провакцинирует 4000 австралийских врачей этой прививкой. Для того, чтобы избежать заболеваемости врачебного персонала, медицинского, и облегчить, не дай Боже, эту заболеваемость там. Поэтому потенциально это может стать объяснением, почему украинская иммунная система, иммунитет нации, вище і легше преодоліє цю пандемію. Євгеній, можна я хочу сказати важливу ремарку, дивіться. Я взагалі вважаю, що ми взагалі не можемо фокусуватися на цих цифрах, які ми оголошуємо. По одній простій причині, ми тестування не робимо. Причому у нас з тестуванням... Справедлива ремарка, да. Да, у нас з тестуванням повна катастрофа, я прямо скажу, значить, навіть ті тести, які приїхали з Китаю, вони на китайській мові. Їх привозять в лікарню на китайській мові. Лікарі не знають, що з ними робити. Я це знаю там, з прикладів своїх там, рідних і знайомих, і тих, які працюють в лікарнях. Тому фактично цифра, яка в нас озвучується, це якраз десь обсяг тестування, який ми проводимо.
Розумієте? Якби ми їх проводили тисячами, то тоді би могли довіряти таким цифрам. От. І те, що ми досі не почали тестувати тисячами, та, це якраз один з найбільших викликів. Тому що, знову ж таки, це ще більше питання того, а чи карантин не доведеться продовжувати після цей. Тому що, якщо взяти експоненту, то пік в нас прийде якраз на кінець квітня. А це означає, що ми ще на травень маємо подовжити, а потім на червень. А тут маленьке просте питання. А що з посівною буде у нас? Ну, в любом случае, многие задают вопрос, как долго это продлится, и я говорю, что есть весьма убедительный ответ на этот вопрос. Не в масштабах Украины, но, во всяком случае, в масштабах мира, да? Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год. Вот и делайте выводы. Спасибо Виктору Андрусеву, исполнительному директору Института Украинского института будущего. Спасибо политическому консультанту Александру Харебину. Сейчас я с вами прощаюсь. На ваше место должны прийти новые гости. А пока еще один сюжет, ну, который, может быть, немножечко поднимет у вас настроение. Хотя начну я с, может быть, мрачной мысли о том, что эпидемия, точнее, пандемия коронавируса не щадит никого. И на этой неделе стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили и у британского премьера Бориса Джонсона. Он самоизолировался и работает из дома с таким же диагнозом. Ну, не госпитализировали, я за, так сказать, за это я не ручаюсь, но лично переписывался с известным российским писателем Борисом Акуниным, Григорием Чертишвили, с которым я в приятельских отношениях состою, уж извините за хвастовство, с времен студенческих на одном курсе в университете учились. Он подтвердил, что переболел коронавирусом. И говорит, что не так уж это и страшно, пусть это вам вселяет уверенность. Он человек немолодой, мой ровесник, так что вот делайте выводы. Заболел и сын королевы Елизаветы, второй принц Чарльз. Он уже человек совсем немолодой, 1948 года рождения. Заболел князь Монако Альбер II и многие-многие другие. Тем временем множество знаменитостей, певцы и политики успели вовремя ограничить контакты с окружающей средой и остаются дома на карантине. Призывает к этому свою многомиллионную аудиторию в соцсетях. О том, как развлекают они себя и других, расскажет моя коллега Анастасия Лебега. Коронаоке від Робі Вільямса. Під час епідемії британський співак лишається вдома. Прихильників заохочує слідувати його прикладу та веде онлайн-концерти в прямому ефірі в Інстаграм. Зокрема, виконує власні хіти, а також групи Оазіс та Елвіса Преслі. Пісні у коментарях замовляють підписники. Щоправда, принаймні одну композицію Вільямс відмовився співати на відріз, а саме пісню «My Way» Френка Сінатри про кінець життєвого шляху. Натомість у репертуарі більш позитивні мотиви. Тоні Хопкінс сидить на карантині разом з котом на ім'я Нібло. 82-річний актор, найбільш відомий завдяки образу Ганібала Лектора, розважається вдома, грою на фортепіано. Також Хопкінс пише картини, однак каже, що Нібло його творчість не до вподоби. Він думає, що малює краще за мене. Собака на ім'я Чері, ослик Лулу та поні Віскі розважають на карантині Арнольда Шварценеггера. Усі разом вони дивляться кіно та снідають. Бодібілдер розробив програму домашніх тренувань для усіх бажаючих. Мовляв, спортзал та спеціальне обладнання не потрібні для того, аби лишатися у формі. Шварценеггер каже, власне тіло – це чи не єдине з того, що ми можемо зараз контролювати. У перерві між тренуваннями та іншими справами 38-й губернатор Каліфорнії відпочиває у джакузі і закликає усіх слідувати його прикладу та лишатися вдома. Тримайтеся подалі від натовпу. Іти на пляж та зустрічати весну – не найкраща ідея. Сидіть
сидіть вдома, не будьте серед людей. Так ми подолаємо вірус. Елен Дедженерс, американська телеведуча, робить те, що й усі, хто сидить на карантині. Телефонує друзям та питає, як у них справи. Розмови публікує у мережі. Зокрема, Дедженерс позвонила зіркам серіалу «Друзі» Кортні Кокс та Дженніфер Енністон, співаку Джону Ледженду та поговорила по відеозв'язку з усією родиною Дженніфер Лопес. У записнику ведучої знайшовся і номер Мішель Обами. Барак десь у домі, певно, у нього конференц-зв'язок. Я також щойно закінчила свій. У нас, як завжди, багато рутинної роботи. Але, звісно, трапляються відпочинок та перегляд Netflix. Карантинні щоденники від Мадонни. Під джаз, сидячи за друкарською машинкою, повзірка розповідає, як проходять її дні у самоізоляції. Вона пише музику, працює у саду, розмірковує про мистецтво. Телефонує друзям та співає. Зокрема, переспівала власну пісню, замінивши слова про танці на більш актуальні – про їжу. Come on, boom, and go. Let's go eat some fried fish. На карантині і британська королева. Разом з принцем Філіпом вони перебралися у Віндзорський палац. Єлизавета ІІ чудово себе почуває і працює дистанційно. Букінгемський палац опублікував фото, на якому монарх проводить переговори з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. На наступний після розмови день у Джонсона виявили коронавірус. Я відчув легкі симптоми коронавірусу. У мене підвищилася температура та з'явився кашель. Лікар порадив мені пройти тест на інфекцію, і він виявився. Позитивним. Тож тепер і Джонсон самоізолювався і відтак керуватиме країною з дому. Прем'єр подякував усіх, хто так само, як і він, працює віддалено і не дає інфекції поширюватися, адже тільки так, каже Джонсон, її можна перемогти. Анастасія Лебега для «Реальної політики». Коронавирус против мировой экономики, которая, к слову, уже находится в состоянии рецессии. По итогам года ее объем существенно сократится. Об этом вчера заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Убытки от COVID-19 уже превысили убытки от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001. По мнению ряда экономических экспертов, чтобы восстановить экономический рост, понадобится не один год. К примеру, от кризиса 2008 года мир приходил в себя почти целое десятилетие. Не успел он опомниться, как над тремя ведущими мировыми экономиками Соединенных Штатов, Евросоюза и Китая опять сгустились тучи. Сначала Брексит, затем торговые войны, а вот теперь коронавирус. Какие факторы повлияли на то, что мировая экономика стала приходить в упадок, и как долго нам предстоит выходить из кризиса, в материале моей коллеги Алисы Орловой. Тенденції до світової економічної рецесії спостерігалися вже давно. Одним з ключових факторів, який на тлі пандемії коронавірусу істотно вплинув на початок економічної кризи, став обвал ціни на нафту. На початку березня картель нафтовидобувних країн ОПЕК не зміг домовитися із Росією про продовження контракту про регулювання видобутку чорного золота. Договір має стримувати надвидобуток і, як результат, подешевшення нафти у світі. Москва заявила, продовжувати контракт їй невигідно. Росія стрімко втрачає ринки, відтак їх займають інші нафтовидобувні компанії, наприклад, США. У відповідь саудити вирішили штучно обвалити світові ціни на чорне золото. За добу воно здешевшило на 9%, приблизно до $45 за барель. Як наслідок, обвалився і російський рубль. І це був тільки початок. Вже тоді світові фондові біржі почало лихоманити. Ціна на нефть упала приблизно на $10-15 за барель. Це, в свою чергу, було визвано з тим, що зділка ОПЕК+, яка регулювала добычу нефти в крупнейших странах, развалилась. Вторая причина, менее значимая, но тем не менее заслуживающая внимания, это продолжающееся снижение аппетита к риску на всех глобальных рынках. Это связано с распространением коронавируса. Тем часом смертельный вирус в Китаю ширився планетою. Кількість хворих та померлих від COVID-19 зростала в геометричній прогресії. Першим на карантин зачинився Китай, центр зараження. Поки китайці відсиджуються вдома за вказівкою влади, уся китайська промисловість зупиняється. На заводах та виробництвах нікому працювати.
Країна, яка фактично виробляє п'яту частину комплектуючих для виробництва промислових і споживчих товарів усього світу, втрачає свою виробничу потужність. Це стає ще одним фактором здешевшення нафти. Китаю зараз не потрібно стільки пального, як раніше. А падає попит, падають і ціни. Вартість чорного золота на торгах обвалюється майже на 2/3, нижче 29 доларів за барель. Дешевшують і акції технологічних гігантів. Вони просто втрачають основного постачальника. Усе почалося з шоку через різке скорочення постачання, адже головний постачальник виявився тимчасово недоступним. Нині ж усе переросло навпаки на скорочення попиту. Покупці бояться ризикувати в сьогоднішніх умовах. Компанії або призупиняють свою економічну активність, або взагалі її припиняють. Це великий удар для американської та світової економіки. Це криза. Питання в тому, як довго вона триватиме. Зараз це залежить безпосередньо від того, як розвиватиметься пандемія і в який момент вона досягне свого піку. Та крива захворюваності піде на спад. Адже крива вірусу зараз дуже корелює з економічною активністю та фінансовими ринками. Наступний вісник економічного апокаліпсису. Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує пандемію COVID-19. І країни одна за іншою закривають кордони та відправляють людей на карантин. Сфера послуг повільно помирає. Першим на дно йде малий та середній бізнес. Великий ще тримається, але щодня втрачає мільйони доларів. Експерти називають продажі на біржах панічними. У США головний фондовий індекс продемонстрував найгірше за останні 30 років падіння. В американському Мінфіні попередили, що безробіття може вийти на рівень великої депресії. Нафта досягла найнижчої ціни з початку 2000-х – 25 доларів за барель. Реанімувати економіку намагаються у Сполучених Штатах, поки що лише свою. 16 березня Федеральна резервна система США, вона виконує в країні функції центрального банку, знизила свою відсоткову ставку майже до нуля. Базова ставка – це відсоток, під який ФРС позичає гроші іншим комерційним банкам. Тобто зараз вона дає їх практично безкоштовно. Для фінансового ринку це означає дешеві кредити і більше споживання. Так, в кризу можна зберегти зростання американської економіки. Зараз покупців просто немає. Усі затаїлися та чекають, що буде. Ситуацію повністю контролюють алгоритми та основні продавці. А однобічний, абсолютно неліквідний ринок ви можете розвернути в будь-якому вигідному для вас напрямку. Саме тому Федеральна резервна система пішла на такі кроки. Але знаєте, я торгував протягом 2008 року, 2009-го. Я бачив це кіно і раніше. Штучні механізми довго не втримають ринок на плаву. Це лише питання часу, коли ситуація відрикошетить назад. Трохи згодом, 26 березня, Сенат ухвалює антикризовий пакет. У ньому розписали фінансовий план на понад 2 трильйона доларів. Кошти підуть на кредити для бізнесу, додаткові виплати для тих, хто через коронавірус залишається без роботи, та 140 мільярдів віддадуть лікарням. Затвердили і прямі виплати громадянам країни по 1200 доларів кожному, хто отримує річну зарплату менше 75 тисяч доларів. Цієї п'ятниці закон підписав президент Дональд Трамп. Я з гордістю повідомляю, що сьогодні ввечері жоден сенатор не проголосував проти цього законопроєкту про виділення 2 трильйонів доларів, аби врятувати американських людей, малий бізнес, більший бізнес, а також забезпечити значне фінансування медичних працівників, науковців та лікарів та інших, хто намагається врятувати американську націю в часи пандемії. Антикризові заходи вживають і в інших країнах. Уряд Великобританії пообіцяв виплачувати 80% заробітку громадянам, які не можуть працювати через карантин. Низку заходів, покликаних допомогти бізнесу, запровадили Франція та Німеччина. Ми створили неймовірний антикризовий пакет для підтримки бізнесу та робочої сили. Нам потрібно забезпечити захист і самозайнятих. Ми не кинемо на призволяще жоден сектор промисловості Великої Британії. Ми регулярно контактуємо з авіаційним сектором і робитимемо усе можливе, аби допомогти. З огляду на те, як жорсткі заходи стримування пандемії впливають на економіку, у багатьох постає питання. А чи варті вони цього? Може, карантинний режим треба послабити, вивести людей на роботи за умови дотримання безпечної дистанції та використання засобів дезінфекції? Утім, провідні економісти кричать в один голос. Той, хто пожертвує життям людей заради економічного зростання, не отримає ні одного, ні другого. І чим м'якше країна реагує на пандемію, тим більші економічні втрати вона понесе. Математика тут проста. –
життя сучасного американця, приміром, оцінюється сьогодні приблизно в 14,5 мільйонів доларів. Тобто саме стільки грошей принесе американському бюджету один житель США, який переживе коронавірус. При таких оцінках зупинка епідемії коронавірусу будь-якою ціною – це не тільки правильно з етичної точки зору, а й економічно вигідно. Такий приклад наводить професор економіки Сергій Гуріїв. Тобто людське життя зовсім не безцінне, а навпаки має конкретну ціну. І масова смертність може занурити світову економіку у давно не бачений глибокий занепад. Звичайно, що багатша країна, тим дорожче коштує життя її громадянина. Та навіть у бідніших за Сполучені Штати країнах неадекватне реагування на пандемію та недотримання карантинного режиму вдарить по економіці у десятки разів сильніше, ніж закриті заводи та занепад бізнесу. Аліса Орлова для «Реальної політики». Ну що ж, у нас в студии два новых гостя. Это Олег Гавриш, экономический обозреватель многих средств массовой информации. И в том числе он заместитель главного редактора издания «The Page». И Тимофей Милованов по правую руку от него. Все знают недавнего министра экономики в предыдущем кабинете министров Украины. Он также почетный президент Киевской школы экономики. Все ваши регалии перечислять не буду. Вот мне бы хотелось начать с того момента, который мы сегодня уже здесь в студии обсуждали, и послушать вашу точку зрения. Вот колонка, которую написал известный экономист Сергей Гуриев, который был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития на протяжении многих лет. Вот сейчас он преподает в Парижской школе политических наук, тоже профессор экономики там. И вот он написал эту статью, в которой говорится, что если пересчитать ущерб от возможных жертв от эпидемии в Соединенных Штатах, если там случится пиковая нагрузка, и разница между, так сказать, оптимистичным и пессимистичным вариантом составит 7 с лишним миллионов человек, то вот исходя из оценки жизни одного американца в 14,5 миллионов долларов и принятого в Америке дисконта там, в 37%, получается 66 триллионов. Вот это возможные потери, которые экономика может в долгосрочном порядке, по версии профессора Гуриева, понести в случае неблагоприятного варианта развития событий. Вы согласны, вот как экономисты, с такой постановкой вопроса, с такого рода калькуляциями? Да. Просто она будет отличаться для Украины. Ну, я понимаю. Значительно. Ну, в принципе, вот этот подход, что, условно говоря, вложить сейчас... Ну, как в Америке 2 триллиона, не знаю, сколько можно раздать денег в Украине, это значительно меньшие потери, чем долгосрочные, которые могут быть в результате большого количества человеческих жертв. Логика такая расчета. Сравниваются потери экономические от остановки бизнеса с потерями человеческой жизни дополнительными, которые бы произошли, если бы не останавливать экономику, не вводить жесткий карантин. Угу. На каждую человеческую жизнь ставится оценка. Это немножко цинично. Но это цинично, но тем не менее. Мы это всегда делаем, когда мы проектируем мост или крышу в этом здании, например, чтобы она на нас упала с меньшей вероятностью или выдержала больше давления ветра, то все равно эту оценку инженеры закладывают или экономисты закладывают. Поэтому есть оценка человеческой жизни, которую используют различные органы власти в США. Она колеблется от 3 миллионов до 14,5, как вот в этой статье у Зингалиса. Он взял максимальную оценку. Часто считают 9 миллионов. В Украине, ну, сложно оценить, но мы можем, например, очень упрощенно сказать, если там 10 миллионов, очень по-простому, а у нас, например, в 10 или в 20 раз меньше ВВП, значит, у нас человеческая жизнь, мы ее оцениваем там в полмиллиона, в миллион долларов. Вот если так вот взять. И тогда мы можем провести такую же оценку. Но что они оценивают? Они оценивают, если вести жесткий карантин, в оценке Зингалиса,
количество зараженных будет то же самое. Я поясню, Зинкалис – это автор вот этих вот расчетов для США, на которых базировался профессор Гуриев. Гуриев рассчитал просто для России. Да. Пересчитал. Вот мы такое же упражнение прямо сейчас можем сделать для Украины, как сделал Гуриев для России. Вот мы оцениваем человеческую жизнь, например, в полмиллиона долларов или в миллион. Экономическую стоимость. Давайте посчитаем. Вот сегодня в своем видеообращении к нации, очередном видеообращении к нации, президент Зеленский сказал, что оптимистический сценарий – это 3-5%. Возьмем по минимуму 3%. Да, это при жестком карантине. 3% карантин. Заболевших, да? Это при жестком сценарии у нас население, кому верим? 40 миллионов, давайте упрощаем. 3% от 40 миллионов. Это 1 200 000. Миллион двести. 1 200 000 людей умрет при, к сожалению, это трагедия, но умрет при вот оптимистическом сценарии. Давайте сравним со средним. Умножаем на миллион, получаем 1 200 000. Нам первая задача, нам нужно посчитать разницу в жизнях. Угу. Теперь, предположим, мы останавливаем экономику и переходим к среднему сценарию, про который говорил президент. Он, кажется, говорил про 25% людей заболевших. Средний сценарий, да. Правильно? Да. 25% людей. Умножаем их 25%, это 10 миллионов, правильно? Правильно. Заболевших. Заболевших. Теперь, то есть у нас разница, это очень упрощенный расчет, потому что мы ограничены эфиром и деталями. Ну хорошо, 5% по смертность. Смотрите, посчитаем разницу, мы должны теперь посчитать разницу заболевших, это где-то 9 миллионов, ну упрощая, да? 5% смертности от них или 2% даже, да? Это полмиллиона людей. Угу. Умножаем полмиллиона людей на миллион долларов за каждого, да? Угу. То есть полмиллиона – это 500 тысяч людей на миллион долларов. Это 500 миллиардов долларов. 500 тысяч людей, полмиллиона, угу, умножить на 1 миллион – это будет 500 миллиардов. 500 тысяч, 500 и 3 нуля умножить на 1 миллион. Плохо с арифметикой, простите, ради бога. Я сейчас перепроверю. 500 тысяч людей. 500 тысяч людей. Умножить на 1 миллион долларов. Умножить на 1 миллион долларов. Это 500 миллиардов. Да, пожалуй. 500 миллиардов – это 3-4 года ВВП. Потому что украинские ВВП, там 180 миллиардов в хорошие года, ну, в кризис может быть 120, даже 100, да? То есть это 3-4 года. Соответственно, вот этот вот сценарий, который двигает нас от 25% до 2%, нам стоит экономику остановить, потерять 3 года экономики, чтобы выйти на те же самые цифры. Угу. Понимаете? Поэтому сегодня как выглядит ситуация? А это то мы посчитали... жесткий карантин оправдан, получается? Оправдывает. На сегодняшний день он оправдан, да. Что вы скажете? Я скажу так, что мировой финансовый кризис в любом случае бы был, и на него не повлиял бы карантин, и в любом случае бы получили бы потери для экономики. Потому что если существуют мировые экономические циклы, раз в 10 лет случается кризис, он должен был быть в 2018 году. Его не случилось, потому что в том числе, ну, по многим причинам, но США, например, там применяла, активно снижала учетную ставку, они делали все возможное для того, чтобы его не было. Сейчас сложились объективные причины, то есть, во-первых, Китай не смог работать с начала года, то есть, ну, прежде всего, охлаждение мировой экономики началось еще в прошлом году. То есть уже были первые признаки того, что кризис будет. Дальше все говорили о том, что вторая половина 2020 года это начнется рецессия. Совершенно верно. Просто ситуация с кризисом и с падением цен на нефть, там, с неудачной как бы, ситуацией, которую, то, что сделала как бы, Россия, они только усугубили. Просто подлили масло в огонь. Угу. И все. Соответственно, раз так, то в любом случае мы потеряли бы эти деньги. То есть спад бы экономический был бы при любом раскладе. То есть будет карантин или не будет. Карантин его только ухудшит. Но он как таковой не... Ну, то есть он его усугубит. Но он как таковой не на ровном месте не создаст кризис. Кризис был бы в любом случае. Это надо понимать, и исходя из этого просто понимать, что в любом случае было бы плохо, к этому, в принципе, надо было готовиться. И там экономисты и все эксперты призывали к этому готовиться, в том числе всех, начиная от, там, условно говоря, компаний. Если вы посмотрите, например, на Метинвест компанию, там металлургические крупнейшие компании Украины, они еще в прошлом году сократили там порядка 20% людей, они сократили зарплаты, они порезали все издержки, потому что они были уверены, что в этом году будет кризис. Если вы посмотрите там множество других, как бы там, это сделали не только они, ArcelorMittal поступал очень так же, то есть как бы металлурги первые как бы поняли, что звоночки есть, и что в этом году необходимо готовиться к тому, что будет там глобальная такая,
ну, такая нехорошая ситуация. Что касается домохозяйств и простых людей, то есть что делают обычно в кризис? Ну, во-первых, сокращают, конечно же, расходы, то есть надо минимум сократить расходы. Во-вторых, желательно пока, по крайней мере, все не обвалилось, если вы планировали делать какие-то покупки, их не делать. Например, если у вас есть деньги там на квартиру, вы их отложили, то есть подождать, пока, пока эта стоимость упадет. Упадет однозначно, не покупать квартиры, не покупать машины, просто сидеть, вот, грубо говоря. Большинство людей не про квартиры сейчас думают. Ну, есть люди, которые думают, для них извините, это актуально. Перебью вас. И вот, переводить вот, кстати, деньги в доллары. Очень интересный вопрос. Хотите национальную валюту подорвать? К чему вы призываете? Стоит. Это стоит сделать сейчас. Это абсолютно все говорят. Сейчас я побегу. Не надо вот так вот подорвать, потому что, смотрите, спрос, чем необычен этот кризис для Украины? Тем, что обычно кризис Украины, вот Украина сама в кризисе, там, 14-й год, например, внутренние проблемы. Либо у нас может быть там 10-й год, когда цены на металл или на что-то, ну, неважно, что-то внешнее падает, или финансовый кризис. А сейчас у нас и изнутри кризис, и у всех кризис. А валюта, курс валюты, это отношение. И все страны сейчас девальвируют. То есть я вот специально посмотрел, готовился к программе, какие пакеты помощи фискальные, фискальные это налоговые, да, в какой объем бюджеты разных стран готовы дополнительно выделить под поддержку сейчас. Развитые страны выделяют 5-10%. А те страны, которые развиваются, ну, например, Аргентина, да, вот 1% или 2%, Австралия 9-10, да, или 5-10. А поэтому все страны будут девальвировать свои валюты. И мы, видимо, правильно нам делать то же самое. Поэтому в условиях именно этого необычного кризиса я бы вот согласился и не так бы переживал по поводу... Я бы не говорил, что это нужно делать в плане подрыва валюты, но в плане финансирования, пакета, поддержки экономики нужно. И поэтому я бы не особо переживал по поводу там, курса гривны или даже инфляции. Так, вот скажите мне, пожалуйста, а можно ли все-таки говорить о неких специфических для Украины особенностях влияния вот возникшей ситуации на экономическое положение в стране и на кошелек рядового гражданина. Что я имею в виду? Что ведь у нас, если сравнить с Америкой, скажем, или с какими-то развитыми странами Европы, у нас не так, например, распространено медицинское страхование. Ну вот в Европе человек покупает страховку, которая... И это не богатый человек, который, условно говоря, порой покрывает его на все случаи жизни, ну и за исключением каких-то, ну, очень редких, дорогих операций. У большинства людей есть какие-то сбережения. У нас огромный процент людей живет, что называется, от зарплаты до зарплаты. 57%, вот недавно исследование 51%? Вышло. 57%, 57% имеют сбережения на 4 недели. Вот. Сбережения на 4 недели, да? И, опять-таки... Ну, представление о том, что такое средний класс у нас и на вот Западе... Вот такое вот, вот такое вот. Его. Совершенно разные. И как вот в этой ситуации быть, да? Вот, давайте разделим. Ну, смотрите, давайте разделим. Вот первое, смотрите, медицинская поддержка, да? Да. Проблема основная будет с медицинской поддержкой, не есть ли у вас страховка или... перегружена ли система? Сейчас всех будут принимать... Я об образе жизни говорю. Да, я понимаю. Об образе жизни, о потребительских прибытиях, поэтому... о подушке безопасности, да, которая вот, имеется. А с подушкой безопасности у нас очень плохо. Хуже, чем в других странах. И даже все развитые страны, мы сейчас видим, они, во-первых, испытывают большие всплески в безработице. Вот недавно США, последние данные, что обращение за пособием по безработице за неделю выросло с 300 тысяч, 282 тысячи, до 3,3 миллионов. То есть на 3 миллиона, это 18% от их labor force, рабочей силы. Если у нас это будет 18%, 20% от 17 миллионов, это тоже 3,4 миллиона людей придет просить. Такой всплеск может быть. Поэтому этим людям нужны деньги. Если в США у них есть какие-то сбережения, то нам, нашим нужны деньги. Сколько нужно денег? Опять же, опросы и Госстат, Держстат показывают, что в более необеспеченной части людей 60-50% люди тратят на еду. Вот простой расчет. Средняя зарплата в Украине 10 тысяч гривен. Половину тратим на еду. 5 тысяч.
Вот приблизительно там треть работающих людей, им нужна будет поддержка, например. Очень простой. Значит, у нас 3, 4, 5 миллионов людей, им нужно дать по 5 тысяч гривен в месяц, да? Вот такой простой расчет. 15-20 миллиардов гривен нужно давать поддержки сейчас, пособие либо по безработице, либо по временной безработице, либо по частичной безработице. А в бюджете эти деньги есть? В бюджете есть расширенный бюджетный дефицит, стабилизационный фонд 124, ну то, что предлагалось, 24 миллиарда гривен. То есть это больше деньги, чем то, что нужно людям на поддержку сейчас на месяц, два, три. Конечно, если кризис затянется на полгода, на год, на полтора, тогда мы будем жить совершенно еще более сложной реальности. Но на 2-3 месяца однозначно я бы рекомендовал 20 миллиардов на поддержку людей на зарплаты. Вы что скажете, Олег? Вот условно говоря, в Америке сейчас 2 триллиона долларов раздают. Понятно, что в украинском бюджете нет этих 2 триллионов, но ведь, по сути дела, раздают. Вот просто, что называется, деньгами поливают улицы из лейки. Смотрите, куда здесь эти деньги отправить? Если говорить вот о минусах, мы сейчас поговорили, да? Да. Совершенно правильно сказал Тимофей о том, что ситуация крайне плохая, потому что очень мало людей, которые имеют какой-то запас прочности. Теперь, если говорить там о небольших каких-то, ну, плюсах. Первое. Во-первых, скажем так, МВФ сейчас гораздо больше склонен к тому, чтобы давать деньги. Но и это завтра посмотрим. Это то, как утверждают, по крайней мере, в Кабмине. Они говорят о том, что если раньше было сомнительно о том, дадут они деньги или нет, и было даже время, когда вот после ухода прошлого правительства и начала работы этого, когда было такое мнение, что точно не дадут денег, сейчас большинство людей считает, что точно дадут, потому что все-таки там значительно увеличено финансирование и значительно увеличен, скажем так, объем денег, которые будут уделяться для поддержки развивающихся рынка. В том числе и Украина один из первых реципиентов этой помощи, может быть. И у нас есть шансы получить эти деньги. И у нас есть шансы таким образом за счет этих денег во многом пройти. И здесь главное не облажаться и все-таки принять те законы, которые хочет получить ФГИ, МВФ, извините, это касается и реформы земельной, это касается и закона так называемого антиколомойского, который там не позволяет, это важное требование МВФ, не позволяет денационализировать, то есть забрать обратно банки, которые уже были национализирован. Это две вещи, которые очень важно принять, и помощь на МВФ реально получить, и это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость, она может быть там чуть-чуть меньше, менее важна для простых людей, но тем не менее для экономики, поверьте, тоже важно. Это то, что пока что цены на сталь там, и на аграрное сырье, они падают не так сильно. Они фактически даже содержались, стали из-за того, что в Китае, скажем так, Китай закрыт, да, Китай был экспортером стали. А вот цены на нефть, они упали. И это для нас хорошо, потому что мы покупаем нефть, мы покупаем газ, и мы не будем тратить так много денег, как раньше, на покупку, соответственно, этих товаров. Это говорится о балансе, экономическом балансе страны. Но мы при этом сможем получать больше, достаточно нормальные средства, вот продажи стали и все остальное. Это хорошо повлияет на поступление, в том числе и на налоговые поступления, в том числе и на экономику там металлургических компаний, на экономику, скажем там, сельхозкомпаний. И в том числе снижение курса гривны. Влияет же тоже. Смотрите, если это позволяет экспортерам, кстати говоря, гораздо лучше, гораздо больше зарабатывать. Это, а также способствует развитию некоторых отраслей промышленности внутри страны, поскольку импорт становится дороже. И, наконец, третья вещь, которая такая тоже цинично просто скажу. Да, но оно бьет по людям всегда, потому что инфляция начинает расти. Да. То есть это всегда баланс. Для тех, кто получает зарплату в гривны, особенно, согласен. Если говорить о третьей такой положительной вещи, если условно, конечно, можно назвать положительной, я, конечно, понимаю, сейчас можете там перегнуть эту палку, но те, кто в Украине достаточно большое количество населения, при том, что у нас все-таки все очень плохо в отношении поддержки, имеет опыт выживания, опыт выживания в 90-х. Те, кто прожил 90-е, для них это время может быть все-таки не таким страшным. То есть, грубо говоря, у каждого есть какой-то там надел, или почти у каждого там, да, какие-то там возможности. Слушайте, многие люди еще помнят советские времена. И помнят 95-й, 96-й, 97-й год, когда выживали тогда за счет того, что был участок, огород был. Извините, у огород. Сейчас огород извините, не у каждого. Связь между городским населением Украины и сельским населением Украины, как бы не я первый это придумал, значительно, скажем, более тесные, чем, скажем, в соседней России.
Каждый второй человек имеет, что называется, малую родину, бабушку, дедушку, а иногда бабушки, дедушки уже умерли, а дом, участок, огород, сад остался. Поэтому я думаю, что шансы пройти этот кризис для всех есть. Вопрос в том, что он будет тяжелый, к этому надо приготовиться. Он будет тяжелее, чем в 2008 году, однозначно. Потому что во всем мире он будет тяжелее. Как говорится, где наша не пропадала. То есть, в конце концов, я уверен, что все получится. У нас 3 минуты до конца выпуска. Вот попробуйте коротко ответить на вопрос. Все-таки Великая депрессия в мире, возможно, вот такая, которая сопоставима по своим масштабам, последствиям, в том числе, кстати, и политическим, как та, что была в 1929-1933 годах. Я считаю, что вполне возможно. То есть сейчас нынешний кризис, фактически все аналитики, которые его комментируют, они говорят, что это идеальный шторм. То есть посмотрите, мало того, что он должен был случиться из-за того, что падала, скажем так, снижалась мировая экономика в принципе, уже началась рецессия в Германии и так дальше. Что произошло фактически? То есть так на пальцах. Китай из-за того, что там случился карантин, да, из-за произошедшего коронавируса, он стал меньше закупать товаров, меньше продавать товаров, соответственно, снизились объемы роста экономики, фактически до нуля там упала экономика, ее рост. И как следствие, во всех странах, которые на него, от него зависели, тоже стала падать экономическая активность. Между прочим, Украина очень много экспортировала здесь. Тимофей более точно можно назвать цифры. 45% ВВП. Да, очень много экспортировала в Китай, и мы очень сильно зависели от этой страны. 7% экспорта. Дальше, кстати, по цепочке. Германия, один из наших основных торговых партнеров тоже. Самая проблема с экономикой. Там стагнация. Италия, один из наших основных торговых партнеров, тоже проблемы, соответственно, и с вирусом, и с эпидемией, и со стагнацией, и тому подобное. То есть, как следствие, здесь такая ситуация идеального шторма, а тут еще и Россия с этим совершенно дурацким своим поведением. То есть, цена нефти, к ней всегда привязана цена сырья. Это просто Украине так везет, что металл пока что не падает. Но, в принципе, другие сырьевые товары падают. Например, вот GRS, она упала в цене. Хотя металл остался еще более-менее пока. Так вот, если говорить о ситуации, которая сложилась, в принципе, на мировых рынках, то с нефтью, то есть Россия фактически Саудовскую Аравию, условно говоря, отказалась выполнять эти условия, да, и они одни из авторов, тоже важно подчеркнуть, одни из авторов этого экономического кризиса, что за счет того, что они отказались договариваться, нефть резко рухнула, и это только подстегнуло ситуацию еще хуже. У нас меньше 2 минут до конца, извините. Да, эти 3 фактора, они говорят о том, что у нас действительно может быть повторение. Тимофей, я хотел бы уточнить, все-таки вы, в принципе, скажите, да, нет, согласны с тем, что существует угроза экономической катастрофы, сопоставимые с Великой депрессией? Это зависит от типа вируса. Если вирус существует, да? Да, если вирус таким образом мутирует, что у нас будет продолжение этой истории в следующем году, то, конечно, мы будем жить в совершенно другом мире. А вы помните, что в результате Если же мы выработаем иммунитет, то тогда это разовое изменение время. Политических режимов в Европе и в нескольких странах к власти пришли авторитарные правители. Это случилось в Португалии, в Испании, и, конечно же, там, политические прежде всего, в Германии. Будут. Мы все говорим, что, когда же, наконец, Путин уйдет, а вот возьмет и вместо Путина придет настоящий автократ. Давайте подумаем, что здесь может произойти. Об этом тоже, наверное, стоит подумать. Политические последствия точно будут, потому что люди будут в ярости через какое-то время по поводу того, когда начнут люди умирать. Кто-то будет умирать от болезней, а кто-то от голода. Вот именно и хотел это сказать. Люди будут в ярости. Соответственно, это создаст запрос на новую политическую силу с большой вероятностью. То есть этот риск есть. А с точки зрения технологии самого вируса, у нас либо это временный шок с экономической точки зрения, и мы пройдем его и вернемся в обратный. Либо не временный. Либо если этот вирус мутирует, и теперь мы каждый год будем иметь коронавирус, тогда мы живем в другом мире. Давайте не забегать далеко вперед. Спасибо, Тимофей, спасибо, Олег. Извините, наше время подошло к концу. Я напомню, Тимофей Милованов и Олег Гавриш были моими собеседниками в последней части нашей программы. Давайте все-таки оставаться неисправимыми оптимистами и рассчитывать на лучшее, хотя и готовиться должны к худшему. На этом у меня все. До встречи в следующее воскресенье.